Вы знаете, вот каждое заседание вот наше, оно, конечно, настолько вот в душе оставляет такой след. С одной стороны, жалко людей, которые вот оказались за решеткой. С другой стороны, конечно, вот есть преступление, есть законодательство, есть закон. А вот сегодня мы будем рассматривать вот сейчас, после перерыва, мужчина, у него 5 детей, он словил рыбу, одну рыбу на 17 рублей. Его условно тоже осудили, вы понимаете? Конечно, мы будем все члены вот возмущались очень. Ну вот судья, конечно, по закону действовал. Вот обидно, конечно, вот когда миллиардерами, миллиардными этими ходит на свободе, а вот тут человека за 17 рублей наказывают, ну ладно, не в тюрьме он, условно, но это же у человека испорчена, будем говорить, автобиография, он у него на всю жизнь это пятно будет, да. Поэтому, конечно, не все случаи жизни в закон можно включить. Я хотела бы, конечно, у этих судей мировых, когда вот рассматривали дело, хоть душа немножко еще была, хоть как-то вот можно быть смотреть вот по-другому, рассмотреть, да. И то, что сегодня вот мы рассматривали тоже, жалко людей, но, к сожалению, есть какие-то «но», которые вот по инструкции мы не имеем права. Жалко людей, хотели бы помиловать, но особенно вот по автомобильным этим, да, делам, то есть вот ДТП, да. Ну, всем хочется обратить внимание, да, не садитесь за руль. И все вот то, что сегодня мы рассматриваем, совершены в состоянии алкогольного опьянения. Да надо думать об этом, прежде чем поднять вот эту рюмку водку, надо думать, что за этим последует. Мне кажется, вот здоровый, трезвый образ жизни у нас должен быть главной нормой нашей жизни.